Итак, сегодня мы получили кучу посылок. Сейчас попробуем их распаковать. Первая посылка. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Итак, значит, ранее на AliExpress был куплен приборчик для тестирования сетей, интернет-сетей, кабелей RJ45, но был заказан несколько другой прибор, и продавцу сказали, что не такой прибор прислали. Продавец сказал: мы вышлем вам другой. Вот такой нам прислали, такой прислали. Второй раз. То есть, ну, бесплатно пускай будет хоть так. Приборы, в принципе, идентичны к тем, которые были изначально заказаны. Так что бесплатно еще два лучше, чем один, однозначно. Но это все мелочь по сравнению с нашими основными посылками. Наподавили. Заказали мы две абсолютно одинаковые посылки. Сейчас мы попробуем. Тут у нас все должно быть очень интересно. Как она открывается? Итак, скажу вам, это были телефоны, заказаны Кубот GT99. Ну и плюс куча всяких подарочков. Значит, телефон один есть. Это какая-то ерунда, но подарок пускай будет. Это перчатки, которые тоже подарок телефону. Так, на кого это? Это похоже на детей перчатки. То есть, типа, можно управлять сенсорным телефоном, не снимая перчаток. Ну, раз бесплатно, пускай будет. Наушники фирменные. Тоже бесплатно в подарок, учитывая, что и телефон был со значительной скидкой. Так, посмотрим. Инструкция, руководство пользователя на русском языке. Так, вот он телефон. Вот он телефон, тяжеленький, красивый. Телефон есть, все. Так, дальше, что у нас в посылке? Кабель, наушники, зарядка, о, и чехол есть. О, еще и пленочка есть, вообще идеально. Так. Здесь у нас все нормально в этой посылке. Теперь откроем вторую посылку. Посмотрим. Эта посылка точно такая же.
перчатки есть. Какая-то фигня. Не знаю, что это такое. Какие-то динамики. Оно не заказывалось изначально. Просто подарок. Точно все так же. Телефон. Инструкция. Точно так же у нас еще один тут телефончик. Наушники. Зарядка. Кабель. Есть. Давайте попробуем включить этот телефон. Как он работает, как он открывается. Ау, блин. Тяжело открыть. Так, не зря открывали. Надо по-любому снять пленочку с аккумулятора, чтобы он у нас включился. Так, пленку сняли. Пробуем включить. Так, ну, вроде работает. Пока, всем спасибо, до свидания.